Доброго времени суток, с вами я, Стив Про, и сегодня я покажу вам мод на iPhone X для Майнкрафта 1.2. Данный мод работает стабильно, без всяких вылетов и ошибок. Данный мод был отредактирован мною, была изменена модель iPhone, и все это дело у меня заняло около 3 минут, не считая времени на проверку скрипта. Если, друзья, вы хотите, чтобы я также изменил текстурку самого iPhone, сделал разрешение 128 пикселей, а именно это разрешение позволит вам почувствовать себя настоящим владельцем айфона, то обязательно пишите об этом в комментариях. И если комментариев за будет больше, то совсем скоро я выпущу видео с этим же модом, но с измененной текстуркой. Также я добавлю перевод. К сожалению, данный iPhone не сможет выполнять какие-то суперские функции. Он выполняет всего лишь одну функцию. Он позволяет нам пользоваться интернетом прямо в Майнкрафте, не входя из самой игры. То есть мы берем iPhone в руки, смотрите, это iPhone X. Он находится в инвентаре, вот в этой вкладочке, вот он iPhone X. Вы берете его в руки и просто тапаете им по блоку. И у вас появляется вот такая менюшка не на русском, не на английском языке. Возможно, это португальский язык или еще какой-то. Сверху написано iPhone X и три кнопочки. Первая кнопочка как раз позволяет пользоваться интернетом. Вторая это кнопочка позволяет узнать информацию. И третья кнопочка закрывает эту менюшку. Давайте зайдем в первое меню. И, друзья, смотрите, интернет, YouTube, Facebook, Twitter, App Store и выйти назад. Интернет это типа браузер, который у вас установлен на вашем телефоне. YouTube, ну конечно видосики, Facebook какая-то информация вместе с Twitter, ну и App Store это у нас Play Market, друзья. Ну а нажав на последнюю кнопочку, мы возвращаемся к основному меню. Вторая кнопка, как я сказал, сообщает нам об информации. iPhone мод, и здесь написано разработчик. К сожалению, сюда вписать я себя еще не смог и не вписывал, но я вписал себя в кое-какое другое место. Ну и последняя кнопочка позволяет выйти из этого меню. Друзья, когда вы включите данный мод и когда вы зайдете в мир, у вас появится вот такая информация. Как видите, разработчик и End, и Steve Pro. То есть я дописал себя, поскольку я немножечко изменил данную модификацию. Еще раз говорю, если вы хотите увидеть новое разрешение данного айфона, обязательно пишите об этом в комментариях. И еще раз, если комментариев за будет больше, я выпущу мод с измененной текстуркой, с более высоким качеством. Ну что ж, ребятки, на этом все. Ссылочку на мод я оставлю в описании. И, кстати, я забыл. Установка здесь довольно необычная. Там будут сначала текстуры, а потом будет сам скрипт. Для того, чтобы установить мод, нужно установить сначала текстуру, перезагрузить блок лаунчер и после установить скрипт. Также перезагрузить блок лаунчер, и только тогда весь мод будет работать стабильно. Но если вы сначала установите текстуру, точнее, попытаетесь установить текстуру, то у вас ничего не получится. Знайте эту инструкцию и пользуйтесь. Ну а теперь точно все. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем видеоролике. Поэтому, друзья, до скорых встреч!